Welcome to the first day. Морозы, морозы, первые морозы. Привет, привет, ребята, морозы. Минус один был. О, ребята, попросили зажечь фуру. Батарейки, пипец. А, турок трайлер from Турции. Наверное, холодно спать ему было без батареек. 10:10 утра, солнышко чуть-чуть прогрело, и капец, туман, большущий туман. Ну, уже холодно кататься. На траве вот спрят. Стреляет скоростно. Купил масло для движка, буду менять. Ну и вот, ребята, приехали в город Лимерик. Здесь она одна разгрузка. И потом поедем в город Галвы. Вот, ребята, приехали, вот, надеюсь, ворота будут открыты, вот. Три, о, не надо звонить сами, увидели через камеру. Сатурити, увидели через камеру, я открываю. Камеры садится быстро. Холодно, и камеры быстро, батарейка садится. Батарея. Раньше было можно с легкими машинами ехать на этот пляж. Вот здесь, где все камни эти, здесь было машинами, можно парковать. Все, уровень воды поднимается. Еще и заеду в магазин. Надо купить утку. И масло буду делать казан кебаб с уткой. Вышло несколько минут от Лимерика до Галвы, а для меня вышла, заняла дорога 1:16. Все. Красоту там вдалеке, горы.
Почти 4 вечера, ребятунишки, солнце садится уже, вечереет, Что, спасибо, что сегодня работали со мной, покатались, посмотрели на дорогу. Все, заканчиваем сегодняшний день рабочий и видосик. До другого раза. Пока-пока. Time has come to introduce you to a new chapter.